Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам свою орхидеюшку красавицу, про которую уже было несколько видео. Вот я вам рассказывала, что она у меня негаданно, нежданно распустилась, и я не успела заснять это на видео. Вот, проходит буквально немного времени, да? Я думаю, что вы помните последнее видео про вот эту красавицу. И хочу вам показать, что эта орхидеюшка начала растить молодой листик. Посмотрите, как он уже подрос. Вот под цветонос я подставила вот такую вот пенопластовую штучку. Ну, это наполнитель. Посылочки, когда отправляют, заполняют посылки вот таким вот пенопластом. Этот пенопласт нам пришел от Лаки. Вот была посылочка вся присыпанная. Вот, и я поставила сюда под цветонос, потому что цветонос, вы помните, он просто лежал на листике, и было очень сложно сфотографировать растение, и нижние лепесточки не очень хотели даже открываться, потому как им листик немножко мешал. Вот, поэтому я подставила кусочек вот такого вот пенопласта, он очень удобный, вы видите, тут такой вот как словно серединочка такая, да, вымятая, но вот такое ощущение, что вот просто вот цветонос там вот, как будто для него, да, вот он должен там лежать. Вот, так что цветоносик я вот так вот слегка приподняла. Я его не поднимаю сразу резко, потому что многие уже знают, кто пробовал, что цветоносы очень-очень легко ломаются. Сначала мы их поднимаем, они якобы поддаются, а потом в определенный момент раз, и даже мы не заметили, как он ломается. Поэтому я его приподняла. Сначала поставила, была маленький кусочек коры, то есть слегка приподняла. И потом через некоторое время уже поставила вот этот вот пенопласт. Он чуточку уже повыше. Вот так вот это сейчас у нас выглядит. Так что растение набирает уже следующий бутон. Цветонос у нас немножечко подрос. И также растение растит листик. Так что вот такие вот изменения происходят с моей орхидеюшкой. Так что ждем, ребят, следующего цветения. Вот, и я думаю, что это растение нас порадует еще не одним цветоносом. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.